Money talks, money shouts, don't take much to hear. Like it or not, you need a lot if you're gonna make a life down here. В большинстве современных проектов, помимо суммы, каждый вклад имеет также и срок своей выплаты. Срок выплаты – это дата, в которую участник получит выплату по своему вкладу. Иногда это не одна выплата по вкладу, а целая серия выплат, где каждая выплата имеет свою дату. Важно то, что даты и размеры выплат известны заранее, и участник не может получить выплату ранее заявленной даты. В любой момент времени мы уже знаем даты всех будущих выплат и по всем созданным до текущего момента вкладам. А соответственно, можем рассчитать, какая сумма должна быть выплачена участниками на каждой неделе в будущем. Мы можем для каждой будущей недели рассчитать общую сумму выплат, которая должна быть выплачена участникам по уже созданным вкладам. Для наглядности мы можем представить себе и этот график. Пусть это будет розовый забор. Каждый столбик забора будет показывать объемы выплат, которые запланированы участниками на соответствующей неделе. Если бы мы посмотрели на этот розовый забор, то мы бы увидели, что он довольно хаотичен и в нем почти нет закономерностей. Какие-то области забора вздымаются ввысь, а какие-то не такие высокие. Форма графика может быть произвольной. Она полностью определяется теми соображениями, которыми руководствовались участники, когда создавали свои вклады. Ведь, как правило, участники при создании своего вклада не ограничены в выборе даты выплаты. Поэтому и выплаты распределяются так, как хотят сами участники. А значит, наш забор, олицетворяющий выплаты, не будет ровным. Мы увидим в нем как высокие подъемы, так и спады. Что дает нам этот постоянный график выплат? Он дает нам визуализацию того, какие суммы мы должны будем выплачивать участникам на каждой неделе в будущем. Но возникает закономерный вопрос. А будут ли у нас в наличии необходимые суммы денег в нужный момент времени, чтобы осуществить эти выплаты? Мы знаем о том, что на каждой неделе участники делают свои вклады. И именно объем этих вкладов определяет, хватит ли денег на выплаты. Нас интересует этот вопрос, так как если денег на выплаты не хватит, то проект ждет неминуемый крах. А нам бы очень не хотелось этого. И вот тут нам как раз и помогут построенные ранее визуализации наших заборов. Один зелено-синий забор высотой своих синих столбиков показывает объемы вкладов. И зеленые столбики покажут нам продолжение, прогноз вкладов на будущее. Второй розовый забор показывает запланированные объемы выплат. Мы можем узнать, хватит ли денег на выплаты или нет, если составим оба графика так, чтобы каждый столбик одного графика стоял бы рядом со столбиком другого графика, и оба отвечали за одну и ту же неделю. При этом мы можем представить себе, что один забор стоит прямо перед другим. Тогда мы сможем сравнивать их высоту. Как только мы представим себе это, тут же увидим ответ на наш вопрос, хватит ли нам денег на выплаты или нет. Что же покажет нам это сравнение? Как вы помните, сине-зеленый забор плавно поднимается вверх и каждый столбик на 3% выше предыдущего. В то же время розовый забор имеет большие и высокие волны с сильной амплитудой. Совместив реальные графики, мы бы увидели, что в розовом графике есть довольно продолжительные области, на которых столбики гораздо выше, чем соответствующие столбики сине-зеленого забора. А это значит, что в этих областях денег, запланированных на выплаты, которые изображены розовыми столбиками, не хватит,
так как они гораздо выше планируемых поступлений, которые в свою очередь изображены зелеными столбиками. Для примера возьмем такую высокую волну на розовом графике и обнаружим, что эта область отвечает за период новогодних праздников. Например, эта волна поднимается высоко через пару месяцев от текущего момента. Многие участники уже создали свои вклады и подгадали так, чтобы получить выплаты прямо перед праздником, чтобы купить подарки близким и накрыть праздничный стол. Поэтому в этот период розовый график поднимается гораздо выше. Это значит, что на протяжении всего периода денег не будет хватать на выплаты. Помимо выплат участникам, денег не будет хватать на выплаты партнерских бонусов, а также на оплату расходов команды, таких как зарплаты сотрудникам, реклама, аренда хостингов и так далее. И вот тут у команды проекта возникает вопрос: что же делать через 2 месяца, когда розовая волна уже запланированных выплат поднимается высоко и сильно превышает зеленый график прогноза денежных поступлений от вкладов? На данном этапе совершенно точно известно, что через эти пару месяцев денег точно не хватит, чтобы сделать запланированные выплаты участникам, не говоря уже об остальных расходах команды. Возникает вопрос: где же проекту взять недостающую сумму? Ответ на этот вопрос – а нигде. В реальности, если рассмотреть именно Новый год, то, конечно же, перед этим праздником и некоторое время после него объем поступлений денег от вкладов тоже уменьшится. Он будет ниже прогнозируемого зеленого графика, даже несмотря на запуск различных новогодних бонусов и акций. В этом случае можно дать 100% гарантии, что проект не справится с такой ситуацией и будет закрыт. Если администраторы проекта являются еще и мошенниками, то они дождутся последней прибыльной недели и уже на следующую неделю закроют проект. В этот момент как раз остатки на их счетах будут максимальными, а значит, это оптимальный момент, чтобы сорвать большой куш. Описанная ситуация является самой частой причиной краха любых, даже более или менее нормальных проектов. Это непреодолимая проблема, с которой сталкивается любая финансовая пирамида. Это неизбежно произойдет, если заранее не заложить в механику проекта инструменты защиты от такой ситуации. Как же можно предотвратить эту проблему? Какая должна быть механика, чтобы она постоянно и надежно защищала проект от подобных ситуаций? Наконец-то мы добрались до самой сути. Участники суперкопилки прекрасно знают решение этой проблемы. Уже более 3 лет проект работает, используя инструмент, специально созданный для того, чтобы полностью исключить возникновение вышеописанной ситуации. Этот инструмент называется график выплат. Идея графика выплат очень проста. Если мы знаем, какой объем денег будет получен проектом в виде вкладов на каждой неделе в будущем, то нам остается только поработать над тем, чтобы объем выплат на каждой неделе не превышал объем вкладов на ней же. Причем, кроме выплат, мы должны также учесть и затраты команды, включая расходы на партнерскую программу. Мы должны просчитать так, чтобы после осуществления выплат участникам и расходов на содержание проекта в конце каждой недели на счетах всегда оставалось немного денег. Для того, чтобы добиться нужного результата, первым шагом необходимо в прогноз вкладов сразу заложить план расходов на каждую будущую неделю. Допустим, расходы команды, включая выплаты по партнерской программе, составляют в сумме 10% от оборота системы, то есть от объема вкладов на каждую неделю. Для наглядности мы можем вернуться к нашим графикам и заборам. Возьмем наш синий график, где показывается история уже осуществленных вкладов, и его зеленое продолжение в виде прогноза. И теперь закрасим нижнюю часть каждого столбика в оранжевый цвет. Высота оранжевой области каждого столбика будет 1/10 от общей высоты столбика. Таким образом, мы изобразим запланированные расходы на каждой неделе в размере 10% от планируемого объема вкладов. То есть 1/10 от планируемого поступления вкладов сразу бронируется на выплаты партнерских бонусов и расходы команды. Причем, если рассмотреть левую часть нашего забора, которая окрашена в синий цвет,
то оранжевая окраска каждого столбика снизу будет показывать уже осуществленные расходы. А если мы рассмотрим зеленую часть забора, которая олицетворяет наш прогноз в будущее, то оранжевая окраска 10-й части каждого зеленого столбика будет показывать забронированные расходы на будущее. Вторым шагом будет планирование выплат. Если рассмотреть каждый столбик нашего прогноза из зеленой части забора, то мы увидим, что та часть этого столбика, которая осталась зеленой, после того, как мы закрасили 1/10 в оранжевый цвет, это и есть та самая искомая сумма, которую мы можем запланировать для выплат участникам. Но не более того, ведь если мы запланируем больше, то розовый график опять будет выше, и денег на выплаты не хватит, что приведет к краху проекта. Например, 10-й зеленый столбик нашего забора показывает прогноз вкладов через 10 недель. Как вы понимаете, этот столбик на 3% выше, чем предыдущий 9-й столбик. Допустим, что высота этого столбика показывает объем планируемых вкладов в размере 200 тысяч долларов. Также мы снизу раскрасили 1/10 столбика в оранжевый цвет. Таким образом, мы запланировали 20 тысяч долларов на расходы по оплате бонусов партнерской программы и расходов команды на поддержание проекта на этой неделе. Оставшаяся часть столбика высотой 180 тысяч долларов остается свободной, и ее можно использовать для планирования выплат участников на этой неделе. Но, как мы уже говорили ранее, мы не должны позволять планировать выплаты более этой суммы. Эту сумму, которую можно выплатить участникам на рассматриваемой неделе, мы называем свободным местом на ней. Теперь участники во время создания вкладов могут планировать свои выплаты на этой неделе в рамках доступного свободного места. Но система никогда не позволит превысить это ограничение и занять больше, чем есть свободного места на неделе. Это самая главная защита, которую дает использование технологии графика выплат. Как мы уже видели, процесс участия в проекте заключается в том, что участники делают свои вклады. Во время создания вклада участники сами выбирают неделю, на которой они получат выплату. Причем эта неделя выбирается так, чтобы на ней было достаточно свободного места для получения выплаты по вкладу. Как только участник делает вклад с датой выплаты на какой-то выбранной им неделе, его выплата занимает там часть свободного места, а свободное место на этой неделе уменьшается.